Ох, прямо есть захотелось. Жители Зеленограда сняли на видео кота, который сидит на прилавке в магазине и точит колбасу. Это, кстати, стоит 169 рублей, и ест он именно ее, а не более дорогие аналоги. Зато с каким аппетитом! Тебе помочь? Эти кадры прислал наш гражданский репортер через приложение LifeCor. Очевидцы рассказали Лайфу, что, скорее всего, кот забежал в магазин с улицы, проскользнув за одним из покупателей через открытую дверь. Видно, что усатый живет на улице, да и постоянные посетители говорят, что кота видели только один раз. Сотрудники магазина тоже отнекиваются. Мол, никакого кота они знать не знают, сюда не приводили.